Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти и второе видео по игре «Путешествие Кассандры 2. Конец света 2012» доступно вашему вниманию. Давайте посмотрим, куда продвинемся в наших поисках Майкла мы с вами на этот раз. Всем приятного просмотра. Играть! Итак, в предыдущем видео мы с вами попытались найти Майкла с помощью хрустального шара. Хрустальный шар у нас разбился. Мы с вами увидели какого-то злого духа. После этого Кассандра, я не знаю, то ли она впала в беспамятство, то ли она упала в обморок, то ли она истощенная уснула. И, как бы, скажем так, игра продолжилась с того момента, что Кассандра проснулась, приготовила на завтрак вкуснейший тыквенный суп, пиццу и салат из креветок и попыталась найти какие-либо зацепки в поисках Майкла с помощью карт. И вот у нас перед нами с вами глава, называется «Карточные гадания». Виолетта скептически отнеслась к моему новому гаданию на картах, я имею в виду котятки. Я обнаружила, что если убирать карты в определенной последовательности, в итоге всегда будет оставаться 4 карты разной масти. 4 числа на этих картах указывают на что-то в жизни. И если правильно разгадать этот знак, он поможет нам в поисках Майкла. Вот давайте попробуем продолжить искать Майкла. Надо нам с вами поискать что-нибудь, что поможет нам разыскать этого Майкла. Вообще выясняется, что он ключевая фигура в замыслах темных сил. Обязательно посмотрите мое первое видео по данной игре, и вы поймете, о чем я вам говорю. Итак, нам с вами нужно найти 5 картинок, 7 дисков, пульт и части записки. Ладно, давайте все, что будет не попадаться на глаза, буду нажимать. Да, у нас с вами в игре «Путешествие Кассандры 2» появился инвентарь. Посмотрите. У нас с вами, видите, есть такая панелька, на которую переходят некоторые предметы, которые мы с вами находим. И потом мы с ними всячески взаимодействуем. Очень мне понравился уровень, да, скажем так, этап в игре, где мы готовили суп, салат и пиццу. Очень было круто, очень. Так, еще один диск и часть записки. А что-то тут я ничего не вижу. Вам нужен пульт. О, еще один диск. И еще 6 частей записки. Внимательно рассматриваем всю комнату. О, еще 4 части. А, вот, посмотрите, в рюкзачке. Еще 3 надо. Ну, тут я больше ничего не вижу, только спортивный инвентарь. Тут почему-то тоже ничего и не было. Видите? Не взаимодействуется ни с чем.
Хотя активно подсвечиваются котятки. Так, давайте подсказки начнем использовать. Здесь я уже поискала. Да ну, пальчик давайте. Какой предмет-то передвинуть? О, бейсболку. Можно было передвинуть. А что еще можно передвинуть? Тетрадочку одну можно передвинуть. А что еще можно передвинуть, интересно? Ну-ка. Попробуйте передвинуть какой-то предмет. Все-таки, значит, еще какой-то предмет нужно передвинуть. Какой, интересно. Это мы подвигали, это тоже подвигали, это тоже. О! Вот она, последняя часть записки. Карта. Ху-ху! Давайте вместе соберем эту записку. Ну, конечно. Квартира Майкла. Дома Майкла мы нашли порванную на кусочки записку и еще несколько предметов, которые помогут нам в поисках. Но почему Майкл порвал этот листок и спрятал его части? Выглядит так, как если бы Майкл не хотел, чтобы его нашли. Может быть, он хотел предостеречь свою сестру от какой-то опасности? Все может быть, котятки. Давайте записку будем складывать. Вот я просто не знаю, насколько она огромна, эта записка. Это явно конец. Сейчас мы все вот так по краям разложим. Это будет правый пусть угол у нас. Ой, левый это правый. Это явно вот так соединяется. Когда старый мир, что-то там. Нет, это явно не сюда. Оставим пока. Тоже где-то будет здесь. Где-то внизу будет у нас. Так. Это сюда. Это точно в конец. Так. Отлично. Вот это вот отсюда. Когда старый мир прорвется в новый, древний дух проникнет вместе с ним во все, будет освобожден и захватит пятое солнце, все живое вокруг будет уничтожено, кроме поляны попугаев. Пятое солнце, найденное раньше остальных четырех, спасет нас. Вау, это что за мистическое послание, котятки? Когда старый мир прорвется в новый, древний дух проникнет вместе с ним во все. Будет освобожден и захватит пятое солнце. Все живое вокруг будет уничтожено, кроме поляны попугаев. Пятое солнце, найденное раньше остальных четырех, спасет нас. Вау! Что это значит?
очень загадочно и грозно выглядит. Это одно из четверостиш Нострадамуса. Смотри, на обороте что-то написано. Это почерк Майкла. Он утверждает, что многие места в тексте изменены. Дома у меня есть несколько копий этого стиха. Пойдем. Так, что это за записка? Когда мы составили кусочки записки, Виолетта сразу узнала почерк Майкла. Записка составлена в форме четверостишия, что заставляет меня задуматься о связи с Нострадамусом. В записке упоминается древний дух. Возможно, именно его я и видела в магическом шаре. Столько мыслей крутится в голове, но я каждый раз возвращаюсь к глазам Майкла, которую видела во время гадания. Виолетта права. Его глаза очень заботливы. Но в них есть что-то еще, что я не могу объяснить. Ладно, объяснение все дальше, по ходу игры, котятки. Какой беспорядок. Ты уверена, что листки где-то здесь? Да, давай немного приберемся. Боже, Кассандра, что ты такая неряха? Просто вообще жутчайшая просто. Найдите пары предметов. Каждая пара описана одним словом или фразой. Кликните по обоим предметам на сцене, чтобы собрать пару. Например, мы ищем обувь. Кликните по первому ботинку, а потом по второму. Понятно. Смысл я поняла. То есть, если мы ищем гадание, то мы, например, должны найти карты и хрустальный шар. Предположим, да? Сиденье, там, два стула. Нагреватель воды. Ну, я не знаю, как он выглядит. Наверное, вода и что-то еще. Чайник там, например. Ну-ка. Нагреватель воды. Чайник. И самовар. Нет. Ладно, окей. Ну, смысл такой. Итак, давайте. Курение. Курение вредит вашему здоровью, мои дорогие котятки. Никогда не занимайтесь этим. Так, ну я вижу кальян. И трубку. Отлично. Письменный прибор. Письменный прибор, нагреватель воды, гадание, сиденье. Ну, вот я вижу стул, но что-то второе для сиденья у меня нету. Ну, то есть вообще мыслей никаких. Гадание, вот хрустальный шар. Может, вот так? Да, это был хрустальный шар и карты. Чучело вот я тоже вижу. Ну, второго чучела не вижу. А, смотрите, кстати, два сиденья. Первый, второй. Ху! Летательный аппарат. Первый, второй. Оптический прибор. Первый, второй. Рукомойник. Первый, второй. Оружие. Первое, второе. Часы. Вон они, я их вижу, но... Вторых часов я не вижу. А, кстати, чучело, посмотрите. Шкура волка и голова какого-то там животного рогатого. А, часы, кстати, вот же. Смотрите, песочные часы и часы с кукушкой. А вот и два головного убора, посмотрите. Шляпа и головной убор индейцев. Изображение. Ваза. О, на окошке и вон там, вот посмотрите. Письменный прибор. Посмотрите, печатная машинка и чернильница. Музыкальный инструмент. Граммофон и свирель. По-моему, это свирель, да?
Либо я могу ошибаться. Самовар и чайник, нагревать или воды? О, как смотрите, стало пусто и хорошо. Уф. А вот и шкатулочка. Ау. Что-то необычное в шкатулочке. Хорошо, теперь мы можем сверить оригинал со словами на этом листке. Мы с Виолеттой вернулись домой, вспомнив, что от бабушки мне досталось несколько оригиналов пророчеств Нострадамуса. Теперь мы можем сравнить их с запиской Майкла. Может быть, удастся что-нибудь выяснить? Посмотрите на книгу справа. Кликайте по словам, совпадающим со словами в записке слева. Когда? Когда старый мир прорвется в новый, древнее существо проникнет вместе с ним. Все будет. Освобожденный захватит пятое солнце. Солнце. Пятое. Нету тут слова. Четырех. Пятое. Солнце, найденное раньше остальных, спасет нас. Спасет. Раньше остальных. Раньше остальных тут нет такого слова. Найденное тоже слово такого нет. Кроме поляны попугаев. О! Уничтожено, кроме поляны. Живое вокруг. Живое вокруг. Освобожденный захватит. Освобожден. Так, старый. Есть такое слово. Прорвется. Прорвется нету. В новый. Новое слово нет такого. Древний дух. Древний дух. Слово дух здесь нет. Вместе с ним во. Вместе с ним. И. Вау! Что-то изменилось. Читаем. Когда старый мир пройдет через время, древний дух инков проникнет во все. Будет превращаться в пепел все живое, найденное вокруг поляны. Пятое солнце будет уничтожено. Когда их мир прорвется в новый, древний дух зла захватит власть. Будет гореть все раньше покинутое. Все живое, кроме пирамид, исчезнет. Пятое солнце спасет остальных из нас. Вау, что-то жуткое, котятки. Это что-то жуткое. Похоже, что этот стих много раз перепечатывали. Если Майкл обнаружил это, он, должно быть, попытался разобраться, в чем дело. Наверное, что-то испортилось в печатном прессе Нострадамуса. Майкл отправился на его поиски и больше не вернулся. Давай погадаем еще и попробуем узнать, где сейчас печатный пресс.
мы с Виолеттой кое-что обнаружили. Похоже, что четверостишее Майкла было несколько раз перепечатано. Должно быть, Майкл раздобыл где-то оригинальный текст, и это наверняка как-то связано с его исчезновением. Мне стоит еще раз погадать на картах, чтобы знать, где находится печатный пресс Нострадамуса. Пока это единственная наша зацепка. И я чувствую, что Майкл в большой опасности. Так. Кликайте по картам, составляя пару, как в маджонг. Не забывайте о новых картах из колоды. Гадание маджонг. Раскройте силу карт, кликая по парам одного достоинства. В паре могут быть карты из нижней колоды и одна из верхних карт, либо две карты из верхней части. Если пар не осталось, вы можете кликнуть по колоде снизу и открыть две новые карты. Разобрав 4 стопки карт, вы узнаете 4 магические цифры. Это 4 магические цифры, подсказанные нам судьбой. Что же они означают? Тебе говорят о чем-нибудь эти цифры? Дай подумать. Они похожи на цифры твоего адреса. Ха, точно. Это как раз чуть дальше по улице. Пойдем. Мое второе гадание привело к интересным результатам. Главное – правильно сопоставить полученные числа. На этот раз числа указали на музей, расположенный на моей улице. Сейчас мы пойдем туда с Виолеттой. Не могу поверить, что ее брат может быть всего в нескольких домах вниз по улице. Не знаю, котятки. Здесь происходит что-то странное. Точно так. А я думал, что я единственный, кто способен видеть два мира. Два мира? Да. Похоже, что город постепенно растворяется в каком-то другом, древнем мире. Точно так. Кстати, если найти различия между двумя мирами, картина происходящего становится более ясной. Правда? Я должна попробовать. Что? Мы ищем эти объекты? Я не понимаю. Окей. Так. Пирамида где-то. О боже. Ваша задача провести оранжевую машинку к выходу. Чтобы освободить ей дорогу, переставляйте другие машинки на парковке. Отлично. Так, продолжаем наши поиски. О. Ищем символы Майя. На этом городском пейзаже. Так, еще 3 символа. Угу. И еще 2. Не вижу пока ничего, мои дорогие. Давайте-ка подсказкой используемся. Пройдите машину к выходу.
Вау! Я думаю, это будет не так-то просто. Так. Угу. У-ху! Отлично. И последний символ. Ох ты, как его хорошо спрятали. Я думала, это элемент нашего мира, а не древнего. Здорово. Ты сделала это? Должно быть, ты обладаешь какими-то магическими силами. Вообще-то, я потомок Нострадамуса. Я узнал кольцо, которое ты носишь. Поиграй со мной, юная Кассандра. Откуда вам известно мое имя? Мне многое известно. Давай сыграем. У нас нет времени для игр, наш мир рушится, я знаю. Но я смогу помочь тебе, если ты составишь мне компанию в моей игре. Что ж, говорили, но только недолго. Договорились. Древний мир. Никак не могу понять, этот старичок просто сумасшедший или действительно что-то знает. Если он действительно видел, как древний мир проникает в современность, тогда он определенно обладает какими-то магическими способностями. Может быть, он заодно со злым духом? Пока я не уверена, что могу ему доверять. Деваться-то нам некуда. Обыграйте соперника. Зарабатывайте монетки, составляя цепочки из одинаковых камушков. Цепочка из 4 и более камушков даст вам дополнительный ход. Хорошо. Четыре, значит, да, надо? Да никак тут не получается пока 4. Так. Ага. Ладно, делаем так. Ох, как у него много. Четыре хочу. Четыре нет. О, он меня догоняет. Классно. Нет-нет, я тебя обыграю, старикашечка.
Ох, классно. Я тебя победила! Похоже, ты обыграла меня по всем статьям. Что ж, игра не показалась мне очень сложной. Ну а теперь вы обещали мне помочь. Точно так. Возьми этот листок. На нем символы из игры. Они укажут путь, когда ситуация будет казаться безвыходной. Спасибо. Кстати, не напомните ваше имя? Ты можешь назвать меня Мик. Может быть, еще встретимся? Да, надеюсь. До свидания. Собственно говоря, я абсолютно уверен, что мы еще увидимся. Маленькая игра. Мик показал мне интересную игру с камнями и монетками. Я довольно легко его обыграла, потому что могу предвидеть правильные ходы. Он подарил мне листок бумаги, ничего особенного, если честно, но Мик сказал, что он поможет мне в будущем. Если эта бумажка действительно мне пригодится, я, наверное, поверю в его сверхъестественные способности. Хотя, будь он магом, то не проиграл бы мне так быстро. Итак, цифры привели нас сюда. Я не знала, что в моем квартале есть музей. Вы, должно быть, наш новый секретарь. Слава богу! Вы как раз вовремя. Вообще-то, вот список предметов, которые нужны мне на аукционе. Я не разбираюсь во всем этом и не знаю многих замысловатых названий, поэтому просто написала, как выглядят нужные мне предметы. А, мне кажется, у нас очень мало времени. Аукцион вот-вот начнется. Приступайте. Кассандра, тебе бы стоило быть более настойчивой. Зато теперь мы можем обследовать весь музей, не вызывая никаких подозрений. Да, мои дорогие котятки, теперь мы можем с вами исследовать весь музей, не вызывая никаких подозрений, но все это мы с вами будем делать в моем следующем видео по игре «Путешествие Кассандры 2. Конец света 2012». Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить информацию о видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень и очень приятно. А я с вами всеми прощаюсь. До новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем мяу.